Добрый день, уважаемые слушательницы, добрый день, уважаемые слушатели. Мы с вами будем говорить на протяжении всего курса о лицензировании недропользования. Естественно, мы будем говорить об отечественных, о русских механизмах лицензирования недропользования. Но сегодняшняя лекция будет у нас с вами посвящена несколько более широкому вопросу. Мы будем говорить о основах недропользования в мире, в России, откуда что взялось, почему оно так появилось и зачем нам это нужно. Когда мы с вами получаем примерное представление о геологии, о ее методах, надо понимать, что лежит в основе нашего любопытства. А в основе нашего любопытства к недропользованию, так принято говорить в нормативной литературе, лежит надежный, как континентальная плита, фундамент. Это наш корыстный интерес. Любое недропользование, которое мы занимаемся, оно приносит пользу социуму, оно приносит пользу нам. И вот это то, что нам позволяет быть уверенным, что сегодня, завтра, послезавтра и тысячу лет тому назад эта тема была интересна, важна и полезна. Поэтому именно системе недропользования, еще раз подчеркиваю, как социального регулирования, извлечения пользы из недр, вот под этим акцентом мы с вами будем встречаться, общаться, задавать вопросы, отвечать на них и слушать то, что мы с вами говорим. И если в глубоко исторические времена недропользование, как и любое иное передопользование, регулировалось силой, то сейчас все совершенно другое. Сейчас его, конечно же, регулирует право и, как обычно, сила. Никуда она не делась. А мы с вами выполним небольшой экспресс-анализ той правовой системы недропользования, как у себя дома, в России, так и за рубежом. Отсюда оттолкнемся. Но сначала мы дадим немножко истории. История, она всегда полезна, потому что вся доступная нам история развития человечества, и я думаю, археологи и историки со мной солидаризируются, она может быть представлена как история борьбы племен, народов, государств за природные ресурсы. А в нашем случае за минерально-сырьевые ресурсы.